Ну, коль уж собрались, поздний час, я думаю, скрывать нам друг от друга нечего. Давайте поговорим по актуальным вопросам нынешней повестки, нашей жизни. Пожалуйста, начальник управления Комитета госбезопасности по Могилевской области, вы мне, пожалуйста, доложите обстановку на сегодняшний день. Уважаемый товарищ президент Республики Беларусь, в настоящее время социально-политическая обстановка в регионе в целом стабильная и контролируемая. Но Игорь Александрович, что больше всего вас настораживает сейчас? С учетом проделанной работы в течение последнего года пресечены были очаги активности, которые раньше попадали в поле зрения. В регионе самое, наверное, чувствительная проблема – это социально-экономическая обстановка в трудовых коллективах. Если мы ее удержим на том уровне, как сейчас, то, я полагаю, каких-то неожиданных моментов для нас здесь не будет. Вы в какой-то степени самоуспокоились. Да, у нас вроде бы в Могилевской области не очень тут шумели, кричали, но надо понимать, что это вершина айсберга, то, что мы видели в прошлом году. Что там пониже, вы правильно сказали, это зависит от социально-экономического развития, уровня и успеха в нашей Могилевской области. Я не боюсь сказать тут перед своими земляками, что и наша вина есть в том, что произошло в прошлом году. И дело не только в социально-экономическом развитии нашей страны. Дело не только в этом. Мы просто успокоились и считали, что мы тут выкладываемся, трудимся, стараемся. Ну, не может же быть такого, чтобы кто-то поднялся, вспыхнула какая-то там забастовка или еще что-то. Мы самоуспокоились. Вот чтобы не произошло это и сейчас, чтобы нам не пришлось опять по улицам с автоматами бегать. Ситуация непростая, и повторения мы допустить не можем. Вы вот назвали один из элементов этой гибридной войны – массированные кибератаки на предприятия. Не получилось так, давайте вот взорвем по технологической линии предприятия, особенно энергообеспечение, то, что мы там в центре пресекаем разного рода действия. Как специалисты говорят, достаточно один клик этой мышки, и ущерб будет миллиарды рублей. Они ни перед чем не остановятся. Но и хочу предупредить вас, милицию и контролирующие органы. Перебора быть не должно.